пока мы вместе, мы не горим. А это чтоб ты знала, от чего отказался. Сухарь в погонах. Женьке 19 лет. Знаю. Верная тропинка. Мужчины – это сепаратистское кодло. Какое? Мы валим отсюда или нет? Всю жизнь испортил этот прокурор. Сейф у нас самый надежный, а банк самый современный. Еще раз тронешь Димку, будешь иметь дело со мной. Один, как перст. Я тебе помогу вспомнить. Алёша, завтракать будешь? Нет, спасибо, тётя Вер. Только кофе. Я спешу. Чего надо? Хозяйка дома? Интересно, и кто умер? Господь с вами. Почему умер? Последний раз я столько цветов видела на похоронах губернатора. Никто не умер. Наоборот, родился новый человек. Это я. Клавдия Ивановна, разрешите войти? Ну, ходите, раз пришли. Ну, здравствуйте, господин Рыков. Ой, какое у вас ко мне дело, Василий Николаевич? Это вам, Клавдия Ивановна. И прошу вас, называйте меня просто Василий. Ну, тогда уж совсем просто. Вася. Не возражаю. Тем более, что когда наши отношения достаточно разовьются, именно так вы меня и будете называть. Отношения достаточно разовьются? Достаточно для чего? Для того, чтобы вы и я были вместе. Мне кажется, это любовь. А вы что думаете? Я думаю, вы редкий нахал, Вася. Ты даже себе не представляешь, какой. Василий Николаевич, пойдемте лучше чаю попьем. Ну, пожарник, и когда твой приятель приедет? Обещал сегодня утром. Скоро будет, наверное. У нас на зоне телевизор лучше показывал. Ни хрена ж не видно! Телевизор старый, другого не имею. Чё показывают? Фильм про Санта-Клауса. Сволочь иностранная. Ненавижу! За что? Я когда маленький в детдоме жил, каждый год ему письма писал. Хоть какой-то подарок просил прислать, он мне во! Надо было нашему Деду Морозу написать. Ты нашего Деда Мороза видел? Он же малограмотный, ему писать бесполезно. Ну, конечно, добрый, но бедный. Карамельки нам присылал на Новый год. А Санта-Клаус не жилец. Встречу, убью.
ты чего? Купился. Шутник. Приехал, приятель мой. Один? Один. Почему не заходит? Не знаю. Выйди к нему. Если что, крикни. Мы поймем. Ну, здравствуй, Павлуша. Ты смотри, совсем не изменился. Хорошо выглядишь. А ты хреново. Так я не в санатории был. Я 10 лет на зоне лямку тянул. За двоих. Да, машина новая. У тебя, наверное, зарплата хорошая. Давай к делу. Чего тебе надо? Денег? Ну, дам немного. Подъемное, так сказать. И все. И не звони мне больше, понял? А ты дурак, Павлуша. А ты умный. А я умный. Ха, если ты такой умный, что ты такой облезлый, а? Нервничайте, капитан Борецкий. И правильно делаете. Потому что срок нашего с вами совместного преступления еще не истек. Я отсидел, а ты нет. Какая же ты сволочь. Правильно, это шантаж. Почему ты не сдох в колонии? Почему? У меня теперь другая жизнь. Я бросил пить. Я ушел из органов. У меня другая работа. У меня все наладилось. Вдруг бац, явился. А не докажешь. 10 лет прошло. Ничего не докажешь. А знаешь что? А я тебя убью. Придолбался сюда на тартайке, фраер! Убью, говорит, кому? Мне, урке? Нет, Павлуш, это не я. Это ты, Санта-Клаус, не жилец и братец. Не жилец! Совсем свихнулся. Ох, насмешил. Ладно. Ты руководишь охраной в банке, как бишь его армада. Что? Счастье тебе привалило, бывший мент. Мы предлагаем тебе дело. Выгодное, верное. Ты нам помогаешь, мы тебя отпускаем. Живым, здоровым и с деньгами. Очень хорошими бабками. А не помогаешь, гоплых тебе. Или сдам тебя правосудию, или еще проще на тот свет. Мы люди серьезные. Какое дело? Верняк. А кто это мы? Ну как он теперь? Пижу. А по-моему симпатичный. Смешной? Ну только что смешной. Надо, чтобы посерьезнее был, да денег побольше. У Рыкова деньги есть. Рыков кто? Банкир. Mm-hmm. А банки чьи деньги? Правильно, чужие. Балаболка этот Рыков. Какой мужчина. Целый грузовик цветов. Ну а толку-то? Засохнут будет грузовик мусора. Вот я бы аккуратненько, по букетикам mm-hmm. и на базар. А вы мне, Иван Петрович, таких цветов никогда не дарили. Я тебе лучше дарил. Я тебе... Вот такой фикус подарил. Вот в таком горшке. Спасибо. Я поливаю. О, этот с цветами. У тебя что, Клавдия, сегодня приемный день, что ли? Доброе утро. Казино работает круглосуточно. Желаете играть? Спасибо. В другой раз. Чай, кофе или, может, 100 грамм? Какие люди. И в такую рань. Не заводись. Когда это я заводился? Здравствуй, Дима.
Я могу видеть Женю? По какому вопросу? По личному. Почему не за столом, а? Быстро по местам и заканчивайте тут. Дима, почему ты не в гараже? Я кофе пью. Так, уже не пьешь. Работать. Доброе утро. Здравствуйте, Клавдия Ивановна. Вот, пришел поздороваться. А он теперь каждое утро будет заходить здороваться, а вечером заходить прощаться. Так ты еще здесь? Я сказал, в гараж. Вы надолго к нам, Алексей Сергеевич? Как сложится. Я приехал работать. Вы, кажется, лет 10 здесь не были. Ну как, изменился город? Город, да. А вы нет. Спасибо. Как поживает ваша бабушка? Хорошо. Кстати, она вам привет передавала. Бабушка? Спасибо. Ей тоже. Женя сказала, что не выйдет. Она занята. Ха! Так, ты что здесь делаешь? В гараж иду. Это вам, Клавдия Ивановна. Спасибо. До свидания. Ах, похож на батю. Здравствуй, Серафима. Вот, я про этих ребят говорил. Надо взять на квартиру. Командировочные? Вроде того. Проходите в комнату. Ну, я пошел. Подожди. Ну, ты совсем забыл меня, Павлуша. Успокойся. Давно не приходил ко мне. Я старая, да? Потом это все. Потом. Когда потом? Я позвоню. Смотри, чтобы квартирантам удобно было. И тихо, Серафима, тихо. А это правда, что вы учительница? Бывшая. Когда-то я руководила Горано. У вас столько книжек. Любишь читать, мальчик? Не знаю. Не пробовал. Идемте. Я покажу вам вашу комнату. Большое доверие – это большая ответственность. Прошу довести до каждого сотрудника ваших департаментов. Малейшая небрежность, и все будут уволены. Господин Борецкий, дополнительно согласуйте ваши действия с милицией. Теперь мы будем сотрудничать с ними теснее. Но именно вы отвечаете за безопасность транспортировки наличных средств. Они будут осуществляться по строгому графику. Инструкции получите позже. Вопросы? Нет. Нет. Все свободны. Аня, цветы в казино отправили? Еще полчаса назад. Хорошо. Бабуль, почем картошка? По 10. Почему по 10? На прошлой неделе было по 7,5. Так то на той неделе. Нормально. Это ж последняя картошка. Молодой еще нет. Вы смотрите, какая картошка. Ну, берите. По 10 недорого. Бабуля, это не вопрос денег, это вопрос принципа. Вот в том ряду картошка по 8. Нормально, Клавдия Ивановна. В том ряду она проросшая вся.
Лучше здесь. Разбирается дамочка. Варвара, ты что? Рекламным агентом у этой бабки подрабатываешь, а? Ты сосредоточься. Мам, ты как Петрович, ей-богу. Мало того, что на рынок сама ходишь, так еще и торгуешься. Ну какая разница, по 10, по 8. Да Петрович, между прочим, не дурак. И когда он говорит, что копейка рубль бережет, это он правильно говорит. Это не он говорит, а народная мудрость. Народ тоже не дурак. Хорошо. Народ не дурак, Петрович не дурак. Мам, ну забирай картошку, пойдем отсюда, а? Что случилось, Варвара? Что с тобой? Ой, горе-то какое. Ну что ж так убиваться-то? Да берите вы эту клятую картошку по 8! Да погодите вы. Говорите, Петрович умный, значит, я дура. Он меня почти не замечает. Раньше просто не хотел жениться, а теперь совсем! Вот так пропадают лучшие люди. Всем немедленно успокоиться. Проблему будем решать в комплексе. Бабуля, картошку мы вашу берем всю, по 10. Женя, скажи водителю, пусть загружает. Варвара, наше дело правое, враг будет разбит, и победа будет за нами. Клепаков, когда в милицию звонят и кричат «убивают», что это значит? Что готовится преступление? Это значит, надо задницу от стула отодрать и бегом выезжать на вызов. Это вы про вчера, товарищ полковник. Так это ж Воняткины. У них каждый день скандалы. Воняткина чуть что сразу в милицию звонит. А куда еще звонить? В Священный Синод? Внимательней надо к народу быть. Понимать надо нужды народа. Ты бы лучше послал к Воняткиным человека своего. Он бы напугал его как следует, этого алкаша. Вот тогда и толк был бы. А то у вас показатели по раскрытию преступления растут, а преступлений меньше не становится. Почему? А потому что профилактика плохо поставлена. Разрешите? Что? Срочная ориентировка. Давайте. Идите. Угу. Вот, товарищи, поступила информация. Из мест заключения 3 дня назад сбежал особо опасный рецидивист Рыжов. Тот самый? Тот самый. С ним некто Бобров по кличке Жора. Характеризуется как опасный и циничный преступник. Молодой, но уже отпетый негодяй. Когда женщина кладет одну ногу на другую в области колена, она просто сидит так, как ей удобно. Но чем ближе к верхней части бедра скрещены ее ноги, тем больше интерес она вызывает у мужчин. К тому же такое положение ног автоматически придает ее позвоночнику нужный изгиб. Уселась? Ну как? Изгиб есть. Но выглядишь ты как девушка нетяжелого поведения. А как нужно выглядеть? Как директор библиотеки? В принципе, тут все правильно написано, Варвара. Дочитала я эту книжку, Клавдия Ивановна. И разные другие. В журнале, рубрика «Как вернуть любимого». Всегда читаю. И вырезки делаю, и в тетрадку вклеиваю. Показать. Потом. Дальше. Любимый у нас Петрович. Да, тяжелый случай. Читаем дальше. Вот слова, приводящие в действие ваш внутренний магнит. Мужчины восхитительны. Повторяйте эти слова постоянно, и вы начнете излучать энергию этих слов. Вы станете для мужчин магнитом непреодолимой силы. Мужчины восхитительны. Мужчины восхитительны. Мужчины восхитительны. Восхитительны. Петрович. Восхитительны. Петрович.
Петрович восхитителен. Клавдия, слушай, я Митсубиси поставил на профилактику, пока будешь ездить на джипе, ясно? А что вы тут делаете? Петрович, ты восхитителен. Да чего ж вы, женщины, существа глупые? На сегодня все, товарищи. Идите работать. Лейтенант Малахов, задержитесь. Ну как ты, Алёш? Нормально? Привыкаешь? Уже привык. Молодец, я вижу, стараешься. Бате-то своему пишешь? Конечно. На e-mail. Куда? По электронной почте, через компьютер. Слушай, Алёша, задание тебе хочу поручить. Задание ответственное. Ты про стройку века ведь знаешь? Ликёроводочный? Конечно, знаю. И ликёроводочный, и новая дорога. Деньги там крутятся огромные. А в акционерах самые влиятельные люди нашего района и области. Короче, вот они у меня уже где, в самых почках. В общем, товарищ лейтенант, будешь за главного. Поручаю тебе эту стройку и этих акционеров. Есть. Ты парень умный, главное, образованный, с компьютером переписываешься. Ты им понравишься. Серафима Антоновна! Что же это вы сами такую тяжесть носите? Здравствуйте. Добрый день. Гости к вам приехали, почему не помогут? А, Серафима Антоновна? А кто приехал-то? Двоюродный брат с племянником. Вы не понимаете. Деньги грузят в бронированную машину. В банке есть внутренний двор. Туда и загоняют машину при погрузке. Машину сопровождают 3 охранника. Один возле водителя, 2 в фургоне с деньгами. И так до самого места. Они по дороге не останавливаются? Никогда. Ну, только в городе, на светофорах. Когда бабки на место доставляют, там их кто принимает? Ну, как когда, если зарплату на стройку там... Кассиры, охрана местная или наличные под расчет куда-нибудь там тоже. От кого зависит, кто в охране будет? Ну, от меня, если вохр. Но менты своих присылают. Всегда? Всегда. У банка с ними договор. Рыков, наш директор, над этими бабками трясется. В этом акционерном обществе все самые влиятельные люди. А кто самый влиятельный? Ну, есть люди. И наша общая знакомая тоже. Это кто? Есть тут одна, весь игорный бизнес в городе держит. Рестораны, гостиницы. Вот он знает. Страшная баба. Хуже заразы. У меня с ней старые счеты. Ты чего тут? Вот, из магазина пришла. Так иди на кухню, помочь. Спасибо. Ты мне уже помог. Ну что там? Ничего. Так что решаем? Уже решили. Будем кассу брать. Только покумекать еще надо. И в городе смотреться пора. Где у вас тут пуп земли? Всю сумму, пожалуйста. Ставки на бэс.
обмен одной карты. Запуск 22-го. Пожалуйста, Рашистан. Ваш кофе. Привет, как дела? Привет. Угу, иду. Привет. Ты местный? Ну. Слушай, ты не знаешь, где у вас в городе можно для девятки запчасти недорого найти? Знаю, конечно. Есть места. Меня Вить зовут. Дима, присаживайся. Ты приезжий? Ага, в командировке. На строительство. В общем, да. Сейчас все либо на строительство, либо поразвлечься. Мощное заведение. На московском уровне. А ты что, из Москвы? Оттуда. А с машиной что? С какой машиной? С девяткой. Ну, тебе запчасти нужны. А, это не для меня. Это у моего директора. С рулем что-то на скоростях. Балансировку проверить надо. Разбираешься? Я автомеханик. С детства в машинах копаюсь. Супер. А водить умеешь? А то. Я тут главным, заместителем главного водителя работаю. Наш Завгар Петрович так и говорит, без тебя, Димка, как без рук. Уважаю. А я, знаешь, плохо вожу. Автолюбитель. Ну, ничего-ничего. Ты знаешь, я так редко общаюсь с классными пилотами. Давай я тебя угощу. Ладно. Только пивка. Может, чем-нибудь покрепче. Я ж завтра за рулем. А хотя... Давай постой и все. Пожалуйста. Спасибо за игру, смена дилера. Добрый вечер. Видишь, хозяйка наша. Красивая. Выдающегося ума баба... женщина. Это все ее. Здравствуйте. Не устаю вами любоваться, Клавдия. И не надоело вам, Василий Николаевич? Василий. И не надоело вам просиживать тут все вечера? Я упрямый. Я вижу. А это рядом хахаль ее? Да ходит тут банкир. Денег у него немерено. Ну, правильно. Бабки к бабкам. Будете покупать икру? Посмотри. Куда ни плюнь, везде деньги. Каждый день проигрывают. Тысячи. Было бы у меня столько бабок, я бы... Что? Ничего. Давай выпьем. Давай. Где это, блин, фотомодель? Так. Ты что делаешь, а? Ой, это вы, Иван Петрович? А я не заметила. А как вы думаете, что я делаю? С ума сходишь? Не угадали. Я посуду мою. В этом платье вот? Нравится. Сколько стоит? Ой, все деньги. В каком смысле? А что это вы нервничаете? Свои деньги платила, не чужие. Я женщина самостоятельная, зарабатываю. Мне хватает и на платье, и на другую личную жизнь. А я чего? Я ничего. Я наблюдаю за твоим карьерным ростом. Начинала как простая посудомойка, а закончила вот, пожалуйста, оператор механической мойки посуды. Ты шляпу купи себе еще! Крутой станешь, рядом не встанешь. Мужчины восхитительны. Бляха-муха! А я иду на обгон, догоняю, подсекаю и в дамках.
этот поц на Тойоте психует, сигналит, а я-то уже далеко. Круто. Правильно. И нечего было борзеть с московскими номерами. Нечего было. А зарплата у тебя хорошая? Нормальная. Хотя, конечно, не так, чтобы... Да, девушки, они богатых любят. Что ты имеешь в виду? Правда жизни. Удачи. Добрый вечер, господа. Давай еще по одной. Дим, мне кажется, тебе уже хватит. О, Жень пришла. Привет. Познакомься, это мой самый лучший друг Витя. Он из Москвы. Витя, это Женя. Самая красивая девушка в СНГ. Очень приятно. А вы действительно очень красивые. Прекрати надираться. Она все время меня воспитывает. И правильно. Воспитывай меня. Ой. Вадик, не наливай ему больше. Все, ребята, лавочка закрывается. Женька, ты ставишь меня в очень неудобное положение перед моим другом. Он подумает, что мы тут дикие дикари. Никаких проблем. Я тут видел хороший ресторанчик. Пойдем? Пойдем. Кофе мне, пожалуйста. Хорошо. Она с нами не хочет. Пойдем. Чисто мужской компании. Пойдем. Господа, номер 27. Добрый вечер, Женя. Здравствуйте. Благодарю вас. Ставок больше нет. Я сегодня проходил мимо нашей школы. Не пойму, ее перекрасили в другой цвет? Да. 2 года назад, перед моим выпускным, была желтая, стала зеленая. Вам нравится? Да. Я люблю перемены. А вы? 17, Коннор Сплит. Я тоже. Вас Алеша зовут? Я не сразу вас вспомнила. Кажется, прошло 100 лет. Только 10. Целых 10. А что у нас в городе еще перекрасили? Вам надо устроить большую экскурсию по городу. Согласен. Только если эту экскурсию проведете вы. Жень, когда вы заканчиваете работу? Я уже освободилась. Тогда можно я провожу вас домой? Нельзя. Я просто живу в этом здании. Мне всего лишь нужно пройти вон через ту дверь. 31. Очень жаль. Но можно просто подышать свежим воздухом. Пойдемте. Уход ваш тих, спасибо за уход, за дальний свет, за близкий шорох листьев. Казалось, сердце вздрогнет и умрет, но грусть светла, и сердце будет биться. Казалось, сердце вздрогнет и умрет, но грусть светла, и сердце будет биться. Нас больше нет, есть только вы и я. Сирень в снегу нам больше не приснится. Казалось, из-под ног уйдет земля, но грусть светла, и сердце будет биться.
лица. Казалось, из-под ног уйдет земля, но грусть светла, и сердце будет биться. В душе осталось прошлое тепло, осталась тень стареющего сада. За все, что было, не было, прошло. Спасибо вам, а больше вам не надо. За все, что было, не было, прошло. Спасибо вам. А большего не надо. Уход ваш тих, спасибо за уход, за дальний свет, за близкий шорох листьев. Казалось, сердце вздрогнет и умрет, но грусть светла, и сердце будет биться. Казалось, сердце вздрогнет и умрет, но грусть светла, и сердце будет биться. Почему не поем? Клавдия Ивановна, давайте эту. Скоро осень. За окнами август. Я сразу вспоминаю про квартальный отчет. Так, Евсей Аронович, дорогой, давайте перенесем все на завтра, на утро. Я что-то неважно себя чувствую. Может, врача? Нет, просто устала. Идите, я сама тут приберу. До свидания. До свидания. Яблоко от яблони упало недалеко. Закатилось под крышу дома моего. Ну, смотри, Сережа, если твой сын разобьет сердце моей дочери, как ты мое. Ничего я не сделаю. Господи, спаси мою девочку от любви. Ты мне нравишься, Витя. Ты классный пацан. Ты тоже классный. Ты меня на своей машине покатаешь? Запросто. Хочешь прямо сейчас? Вот там мой, наш гараж. Завтра. А у тебя своя личная машина есть? Есть. Вот такой конь. Сам собрал. Своими руками. Ездит, как под Шумахером. Разгоняется. 200 за 5 секунд. Меня тошнит. Давай я тебя домой отведу. Ты где живешь? Там. Кого не любят, ты говорил? Кто? Девушки. Богатых. Меня тошнит. Привет. Привет. У меня в колоде, если надо, может быть, 6 тузов. А у тебя? А у меня сколько захочу, столько и будет. Да. Молодежь впереди паровоза. Как вообще дела? Хорошо. У тебя? Нормально.
Ну, оставь карту, когда я с тобой разговариваю. Что случилось? Ничего. Могу я просто пообщаться с дочерью? Можешь. Давай общаться. Начинай. Мам, ты чего? Ты что, замуж собралась, что ли? Кто, я? Ты что? Боже упаси, за кого? Ну, не знаю. Ходят, всякие цветы дарят. Этот банкир, например, Рыков. Он тебе нравится? Нет. А тебе? Не знаю. Не путай меня, я не об этом хотела поговорить. Я о тебе хотела поговорить. Извини, мамочка. Алло. Да, я слушаю. Алёша, привет. Подожди. Мам, давай мы с тобой попозже поговорим. Я к тебе зайду, ладно? Алло, я здесь. Что ты говоришь? Клавдия, подслушивать нехорошо. Знаю, а что делать? Сегодня вечером я работаю. Но могу освободиться пораньше, например, к полуночи. Бедная девочка. Освободиться пораньше, это к полуночи. Надо что-то делать. Давай, в 11:30, договорились. Но ты знаешь, подожди меня за углом, хорошо? Не знаю, может быть, в парк сходим. Я тоже. Пока. Она тоже? Что тоже? Любит его или что? Надо что-то делать. Шепчет август, но лето по чуть-чуть сдает свои права. И скоро над рекой сверкнет багровый парус, и в пламени сгорит опавшая листва. Щемящую тоску в полях разносит ветер, за солнцем и теплом грачи уже в пути. И кажется, что нет печальнее на свете, чем слышать в летний день осеннее «прости». Пускай меня, пусть будет все как раньше, не отдавай тепло, и сентябрю не верь. Красивые слова полны осенней фальши, и мается душа в предчувствии потерь. Щемящую тоску в полях разносит ветер, за солнцем и теплом грачи уже в пути. И кажется, что нет печальнее на свете, чем слышать в летний день осеннее «прости». Не отпускай.